И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я решил сделать маленький цикл по настройке, так сказать, маленький цикл видео по настройке сервера либо локальных карт. И первое, на что я бы хотел ответить, это как включить отображение урона в Ark Survival Evolved. Ничего сложного. Для этого существует такая команда. Во-первых, смотрите внимательно. Как установить цифры от урона в арк? Это практически дословный вопрос, который мне задают очень часто. И вы не поверите, но я нашел ответ. Практически один из первых в списке, одна из первых ссылок в списке была ответом на этот вопрос. Ну ладно, вы у меня спрашиваете, я делаю для вас видео. Для того, чтобы найти, куда вводить эту, точнее прописывать эту команду, вам нужно зайти в Steam, не обращать внимания, тут обновление, все дела. Заходим в свойства, Ark Survival Evolved. Заходим в локальные файлы. Заходим посмотреть локальные файлы. Нам открывается папка с игрой. Дальше. Здесь открываем папку Shooter Game. Save it. Если не ошибаюсь, Config. Windows No Edition. Это когда у вас локалка. И здесь файл Game User Setting. Открывается она через текстовый документ. И вот здесь, в любом месте, вы можете прописывать. У меня же это все прописано. Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу. Config. И Default Game User Setting. Вот она, та самая команда. Вот она, самая команда. Show Floating Damage Text True. Если вы хотите убрать, пишите foul. Если не ошибаюсь, пишется foul. Да. Если вы хотите, чтобы у вас не было, то либо просто удаляйте эту строчку, либо прописывайте вот эту вот. Но вам же нужно, чтобы у вас показывался дамаг, поэтому прописывайте эту строку вот сюда. И все. На этом все. Вот она, строка. Команду я напишу в описании. И в группе ВКонтакте у меня есть тема, в которой вы можете задавать свои вопросы о том, о чем, так сказать, что вас интересует и что снять в следующем видео по настройке сервера. Все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать и, конечно же, писать свои вопросы именно в правильной теме, потому что именно только на те вопросы я отвечу в следующем видео. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.